своих встречах я не заходила дольше поцелуев. Я бы хотела элегантное платье, но не просто сексуальное, чтобы с намеком, что я хочу серьезных отношений. Модные штаны. В самом тренде. Таня, боюсь, на этом перезагрузка заканчивается у нас с тобой. Какое ты впечатление производишь на своих одногруппников? А если у вас девушка? Есть. Тогда не буду вас отбивать. Невероятно. Я пришла на программу, чтобы поменять свой стиль. Я хочу повзрослеть уже. Инициатором, чтобы Таня участвовала в программе, была я. Все время очень серьезная девочка. Несколько ограниченное количество друзей. У меня есть и собака, и кот. Это мои лучшие друзья. Сейчас я, к сожалению, максимально зажата. В школе я была, в общем-то, аутсайдером. Мало общалась со своими однокурсниками. Я была послушной девочкой и замкнутой. Делала сумасбродные поступки, красилась в радикально красный цвет, немного выпивала на первом курсе, но не больше одного бокала пива. После университета сразу уехала домой, и зачастую я вот садилась за компьютер, занималась разными программами, C++. Мне нравится это занятие. Прекрасно разбирается в компьютере. Но, наверное, не стоит на этом зацикливаться. Я-то как мама, я же понимаю, что важна не только карьера, но и личная жизнь. Мои сокурсники говорили мне комплименты, что я очень хорошо программирую. К сожалению, это был максимальный комплимент. Я ни разу не замечала, чтобы на меня оборачивались молодые люди. Наверное, воспринимают скорее как друга. Я считаю, что она красивая, но не умеет это подчеркнуть. Она все время вот ходит в брюках, каких-то мешковатых футболках. Единственный раз в своей жизни я делала платье, поспорив с мамой. Мы ходили вместе на спектакль, на вечерний сеанс. Я одела очень красивое платье-футляр с аксессуарами. Даже несколько парней кидали несколько взглядов. Я заметила молодые мужчины. Мне очень захотелось тоже встречаться, как мои сокурсницы, быть красивой, желанной, любимой. Хотелось разделить уже жизни. Я ни разу не влюблялась, так что вот башню сносила. Ну, нравились молодые люди, но вот так довольно скудно. В своих встречах я не заходила дольше поцелуев. Я считаю, что ваша программа как раз научит ее правильно одеваться, правильно подчеркнуть свою внешность. Не будет стесняться очков, а наоборот поймет, что, наверное, это ее изюминка в чем-то. Я бы очень хотела кардинально сменить образ. Я, конечно, готова к экспериментам. Очень хотелось бы попробовать посмотреть на себя такую, чтобы все ахнули. Танечка, привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуй. Ты со всеми знакома? Андрей, Юра, Женя. Катя. Расскажи, что ты захотела в себе изменить? Я захотела, наконец-то, избавиться от штанов и мешковатых футболок, стать женщиной. А можешь снять очки ненадолго, показать? Ну, это же может быть совсем другое дело. А ты слышала о том, что сейчас уже есть такое средство, называется контактные линзы? Да, я слышала, но мне как-то боязно надевать что-то на глаз. То есть ты такой консерватор-консерватор во всем, правильно? В общем-то, да. А если Женя будет тебя красить не хной, ты согласишься? Ну да, просто сама экспериментировать это
Это тоже боязно. Парикмахерские у нас в городе не очень хорошие. На самом деле у вас, видимо, и с ателье не все в порядке, потому что вот так вот подогнуть... джинсы. Подождите, но девушка росла просто. Это же видно, что по мере роста их... Годовые кольца на деревьях. Ну да. Так, а чего ты нас боишься? Твои любимые джинсы. Я их не разлюблю никогда. Так мы тебя разочаруем. Я боюсь, что Катя их сожжет. Я бы хотел посмотреть на нелюбимые тогда. Смотрите далее. Познакомилась по объявлению в газете. Вещи старушки. Мне казалось, что это довольно молодежный и модный образ. Хочется мужчинам, которому можно опереться, с которым проживу жизнь. А может, продолжим наше знакомство где-нибудь еще? А скажи, пожалуйста, а чего тебе в жизни не хватает? Отношения с мужчиной у тебя есть? В настоящее время нет, и вообще было их очень мало. С одним только молодым человеком познакомилась по объявлению в газете. Ничего себе! Молодец, да. Какая! Мы разговаривали обо всем, но потом как-то все это плавно закончилось. Скажи, пожалуйста, вот когда закончится перезагрузка, и ты вышла отсюда преображенной, красивой, куда ты пойдешь, где ты появишься, как это будет? Я, наверное, хотела бы отметить мой выход вместе с моим дорогим человеком, с мамой. Мы, наверное, пошли в ресторан довольно дорогой. Может, мы бы там даже разделились, если бы я заметила привлекательного молодого человека. Может, я бы прошла мимо него так элегантно. Так, вот отсюда поподробнее. Продефилировала мимо него, может, даже эффектно развиваясь платьем. Возможно, бы он заметил меня и обратил внимание. То есть в чем ты будешь одета? Вот я уже поняла, что у тебя будет платье эффектное. Ну, да, я бы хотела элегантное платье, но не просто сексуальное, чтобы, а чтобы с намеком, что я хочу серьезных отношений. Не просто... Платье с намеком на серьезные отношения, я запомню. И идешь ты такая вдоль столика. А куда ты идешь мимо него? К своему столику. Конечно. Или, может, даже на выход уже, чтобы он просто пошел за мной. А мама? Предложил. Ну, а маму где-нибудь забудем. Маму забудем. Ну, и, надеюсь, завяжется диалог. Слушайте, ребята, ну я вам скажу, что программа будет очень интересная. А если он не подойдет, например, и не попросит телефон, но тебе он уже понравился, что-нибудь ты сделаешь сама или нет? Ну, я постараюсь, наверное, через некоторое время сама к нему подойти, спросить, а можно к вам присесть, присоединиться? Слушайте, я считаю, что неплохое у нас. Цели и задачи поставлены правильно. Маячок есть впереди, да? Ну что, будем? Маяк. Хороший маяк. Вполне реалистичный, описанный, просто и понятно. Пусть он нам сияет. Ну что, к маяку? Да, будем к нему стремиться. Пойдем. Екатерина Веселкова, эксперт по стилю. Привет, дорогая. Здравствуйте. Привет. Так, это все? Да. С гордостью это так. Весь мой гардероб. Обувь вообще не знаю, что это за обувь. В основном повседневные, даже есть туфли парадные. А парадные это какие? Что это вот эти. А вот это? А вот это по городу, можно в лес. Лесные туфли, в общем, я поняла. А юбок нет? Юбки это еще там вот что-то неудобно, задираются, торчат. Вот я вижу футболочку. Это куда ты ее надеваешь? Везде. Ну, в университет я в ней ходила. Так, а с чем ты носишь ее? С джинсами. Отлично. Берем, берем. Примеряй. Так, Татьяна. Это мой повседневный образ. Это образ смесь Карлсона в коротких штанишках
И айтишника, мужчины, который сидит на работе, не вылезая из своего компьютера. Ну это жестоко, ну это ж модные штаны сейчас. Ага, для тебя. Что, что они? В самом тренде. В самом тренде. А вот что у тебя написано на футболке? Без вариантов. А это что означает? Что вариантов нету у рыцаря. Угу. Всему, что на тебе надето сейчас, я могу сказать то же самое, что написано у тебя на футболке, что это без вариантов. У тебя здесь мужская куртка. У тебя абсолютно такая же то ли мужская, то ли женская серая майка. У тебя брюки. В твой мужской гардероб прокрались вещи старушки. Может, вот этого решили? Точно. Ну, с чем носишь? С водолазкой обычно. Прекрасно, бери. С чем сочетаешь? Брюками обычно. И внизу из обуви что? Такой вариант более парадный, то с туфлями. Итак, внимание, сейчас все откладывают свои дела. Потому что сейчас нас ждет супер парадный выход Татьяны в парадных туфлях и в самом парадном образе. Вперед! Вперед! Это мой образ на выход. Повернись, пожалуйста, к зеркалу. И вот смотри на себя и рассказывай мне, это кто перед нами стоит? На мой взгляд, обычная девушка. Вроде и туфли есть, и брюки довольно такие. Мне идут, как мне кажется. Тань, а ты сейчас издеваешься надо мной, да? Да нет, я на полном серьезе. Таня, боюсь, на этом перезагрузка заканчивается у нас с тобой. Мне кажется, мне идет. До сих пор идет. Ну, возможно, без кофточки, но да. Снимай, заново смотрись. Помнишь, ты описывал? Захожу я в ресторан, и вот иду я вдоль столиков. И вот сидит, кто там у тебя сидел? Молодой мужчина. Молодой мужчина сидит. И идет мимо него, а ты в зеркало смотри. И вот идет мимо него то ли нимфа, то ли фея, то ли королевишна. Девушка мимо него идет. Значит, в стоптанных вот этих вот туфлях загребает своими мужскими клешами, значит, по полу пыль. Салфеткой размахивает в руках. И все так и попадали ей под ноги и сказали: «Богиня, дай мне свой телефон. Ты выделяешься из всех. Мы не видели равных твоей красоте никого». Застыдили. Какой ужас описали. Ты вот так хочешь? В этом я, конечно, понимаю, что никто мне не попросит телефона. Ну что, наверное, только вот это тянет на женственное. По принципу цветочности выбирала? Нет, мне очень понравился фасон. С чем ты носишь? С джинсами. Угу. И что у нас к этому прекрасному комплекту из обуви? Скорее всего, это кеды. Давай, бери кеды. Приходи ко мне. Ты улыбнулась от удовольствия или от предвкушения, что все это сейчас будет вообще разнесено? И от предвкушения, и все-таки я надеюсь, что этот мой последний будет хоть немножко одобрен вид. Здесь можно все взять, разрезать, не возвращать тебе и не давать шанса тебе ничего из этого надеть. Мне казалось, что это довольно молодежный, модный образ. Для меня это полная катастрофа, такая же, как и все остальное. Будем тебя омолаживать. Омолаживающие процедуры по смене гардероба будем проводить. И будем делать операцию по смене пола. Жестко? Очень. Ну как, решаешься? Да. Ну тогда я прощаюсь с тобой, с пожилым парнем. Думай над своим поведением. Я обязательно все это обдумаю. Приди и встань в угол. Стараюсь все выкинуть. Все, давай. Обещаешь? Да. Что, все выкинешь? Обещаю. То есть могу это оставить у себя, и ты уже это не повезешь домой? Хорошо. Честное слово? Честное. Хорошо. Все. Давай, до встречи тогда. До встречи. Пока. Татьяна, здравствуй. Здравствуйте. Андрей Кухаренко, психолог.
Что тебя в твоей жизни категорически, вот именно категорически не устраивает? Ну, я очень сложно схожусь с незнакомыми людьми. А какие мамы тебе дают рекомендации для общения? Она говорит, улыбаться чаще, стараться быть милой. Я пыталась, но мало что изменилось. Сколько раз ты говорила привет и улыбалась, заходя там, в помещение? Примерно неделю, потом все бросила. Вообще никто не улыбнулся? Ну, я так особо не заметила. Какое ты впечатление производишь на своих одногруппников? Довольно спокойные, меланхоличные, даже, наверное, довольно скучные. У меня полноватая фигура и мешковатая одежда. Тогда зачем с тобой общаться, как с женщиной? Наверное, незачем, но хочется все равно этого общения. Это тебе хочется. Ну, а если незачем с тобой общаться? Ну, если неинтересно. Ну, с какой стати на тебя тратить время? Можешь мне ответить? Ни с какой. Ну, тогда какие претензии-то? Хочется близкого человека. Это кого? У тебя мама близкий человек. Ты живешь с мамой, правильно? Хочется мужчину, которого можно опереться, с которым можно... Что с тобой не так? У тебя что, с опорно-двигательной системой трудности? Человек, с которым я построю отношения, с которым проживу жизнь, но не мама, а близкий человек. А ты когда последний раз над собой хихикала? Когда примеряла последний раз платье или юбку. Было довольно смешно и забавно. И какой ты себя чувствовала, когда вот над собой хихикала? Странный такой, ну, глупый. А можешь прямо сейчас совершить что-то такое удивительное? Сделай глупое выражение лица. Например. И попрыгай. Как себя чувствуешь? Да нельзя глупо. А тело как себя чувствует? Хорошо. Здесь глупо себя чувствует? Очень. А телу? Хорошо. Ну, тогда увидимся позже на эксперименте. Спасибо. Всего доброго. Камиль, привет. Привет, Катя. Таня, познакомься, это Камиль. Здравствуйте. Это Таня, которая рассчитывает, что сразу, как только она от тебя выйдет, она встретит прекрасного принца. Поэтому... Да, задача. Понимаешь, да? Такая ответственность. Супер ответственное задание. Садись скорее. То есть это не просто зубы сделать, это... Судьбу человека еще. Да, да. Ну что, посмотрим. Я вижу, что Таня флюорус. То есть это избыток фтора в воде. А мы все-таки отбелим зубы. Потом тонкий-тонкий слой композита. Он заретуширует, он уберет вот эту черноту, он уберет этот коричневый пигмент, который образовался в результате того, что много фтора. Мы сможем сейчас смоделировать, как это будет выглядеть. Ну что, ты готова? Улыбайся так, как будто бы на тебя смотрит принц и выбирает тебя из тысячи. Покажи это мне. Потом придется делать. Отвечает за свои слова. Какая. Мне кажется, я вам больше не нужна. Все, оставляю вас, ребят. Пока-пока, счастливо. Тань, знакомься, пожалуйста. Это принц, который в первую очередь встретился на твоем пути. Его зовут Александр. Очень приятно. Очень мне приятно тоже. Дрогнувшим голосом. Мне также приятно с вами познакомиться. Кого будем из тебя делать, Тань? Заказывай сама. Прекрасная принцесса. У меня плохая кожа, прыщи лезут. И постоянно мама жалуется, что я морщу лоб. Татьяна, в нашей клинике представлена самая последняя возможность лазерной терапии, лазерное лечение угревой болезни. Это уникальная методика. Она абсолютно безболезненна, очень эффективна. Я прекрасно понимаю, что каждая женщина хочет быть красивой и хочет, чтобы у нее была идеальная кожа. Мы умеем этого добиваться. С помощью лазерных методик современных мы можем избавить тебя и от высыпаний, и от расширенных пор, и избавить тебя, ну, уже с помощью инъекционных процедур, от мимических морщинок в области лба.
То есть получается у нас пока две истории, которые мы делаем. Это инъекции для того, чтобы не морщить лоб. Совершенно верно. И лазерные процедуры, чтобы убрать прыщики, покраснения, все неровности, да? Да, делается это в два этапа. Сначала мы будем бороться непосредственно с высыпаниями угревыми, полностью уберем их. И дальше уже будем с помощью лазерной процедуры наноперфорации именно уже бороться с расширенными порами и выравнивать цвет лица. Абсолютно безболезненная процедура, абсолютно безвредная. Бояться не надо, эффект не заставит себя ждать. Есть что-то еще, что нужно сделать, да, Татьяне? Я бы еще скорректировал так называемые носогубные складки и немножко предал бы именно контур и объем губ, особенности верхнюю губу, сделать такую пикантность. То есть губки будут немножко попухлее, то есть это будет более выразительная улыбка. Угу. Что ты скажешь? Что ты скажешь про пикантную выразительную улыбку? Прям здорово. Мечта. А голос дрожит. Ты сама не веришь в свое счастье. Да. Все, тогда я вас оставляю. Спасибо. Всего хорошего. Смотрите далее. Я схожу в таком виде в какой-нибудь клуб. Как лучше начинать знакомство? Повторяй за мной. Люблю выращивать овощи на собственном участке. Очень нужен помощник. Ранее в программе. Я ни разу не замечала, чтобы на меня оборачивались молодые люди. С одним только молодым человеком познакомилась по объявлению в газете. Вещи старушки. Мне казалось, что это довольно молодежный и модный образ. Хочется мужчинам, которого можно опереться, с которым проживу жизнь. С какой стати на тебя тратить время? Можешь мне ответить? Здравствуйте. Присаживайся, пожалуйста. Что ты думаешь, здесь произойдет сегодня хорошего? Судя по всему, может, это в ресторане каком посидим, нет. Помнишь, ты рассказывала историю, как ты видишь свое романтическое знакомство в ресторане? Да, помню. Вот тебе реквизит, иди готовься. Здравствуйте. Я немножко оторопел. А помнишь ли ты, как ты видишь свое знакомство? Ты с мамой пришла в ресторан, ты идешь вдоль столиков и таким образом привлекаешь внимание. Давай прямо сейчас проверим, вообще эта программа работает или надо что-то подправить? Надо проверить. Это мужчина. Начни с того, кто больше всех понравился. Выбрать очень сложно. Пора действовать. Здравствуйте. Привет. Можно к вам присоединиться? Присаживайтесь. Как вас увидела сразу, подумала, что очень привлекательно молодой человек. Спасибо. Прям даже не знаю, что сказать. Слова пропали. Действительно, весь план испарился. Ничего страшного. Знакомству. А если у вас девушка? Есть. Как жалко. Тогда не буду вас отбивать. И, как ты, наверное, знаешь, отказ – это ни о чем. Это всего лишь отказ и возможность для продолжения эксперимента. Здравствуйте. Можно к вам присесть? Меня зовут Татьяна. Очень приятно, Святослава. Можно узнать, есть ли у вас девушка? Нет, нет. Это хорошо. Я не займу ничье место. Хотела бы познакомиться с молодым человеком, с которым я проведу жизнь. Какие интересы у вас? Мне нравится ухаживать за огородом. Люблю выращивать овощи на собственном участке. Очень нужен помощник. Это я уже, наверное, заговариваюсь.
Какие фильмы вы любите? Мой любимый актер – Леонардо Ди Каприо. Я плакала от «Титаника». А может, продолжим наше знакомство где-нибудь еще? К сожалению, я занят. Как жаль. Простите. Первые же ее такие учебные встречи с молодыми людьми показали, что ее программа мертвая. Тань, а готова ли ты услышать взгляд отлично от твоего? Конечно. Я тебе хочу представить свою коллегу, это Дарья Герман. Познакомьтесь, пожалуйста. Привет. Здравствуйте. Я являюсь экспертом по взаимоотношениям. Наблюдала за тем, как ты общаешься с молодыми людьми. И у меня есть несколько предложений, как можно улучшить качественно твое общение с парнями. Я на этом моменте вас покину. Хорошо? Тут вы же про свое, про женское, наверное, заговорите. Давай, поболтаем. Я пригласил эксперта Дарью. Важно же не только рассказать, что можно делать иначе, но и показать. И для Татьяны как раз, с моей точки зрения, очень важно на себе прочувствовать, что именно она даже в этом платье может делать что-то совершенно иначе. А тон, которым ты разговаривала с парнями, он был такой очень извиняющийся. Практически выпрашивал у них их внимание, да? Это не нужно. Как лучше начинать знакомство? Не с вопросом, можно ли с вами познакомиться. Такая форма давно уже устарела, как бы, и нигде, кроме как в книгах, больше ты ее не найдешь. Лучше всегда начинать знакомство с короткого важного вопроса. Что-то во внешнем виде. Может быть, напиток, который, допустим, пьет молодой человек, да? Ой, какой у вас интересный коктейль, а из чего? Она вкусный, да? А можно я такой же скажу? Как называется? Да, вы впервые его пьете. По поводу того, как просить телефон. То есть, если молодой человек сам тебе не предложил взять у тебя телефон, безусловно, у тебя может быть такая возможность, как проявить инициативу и взять телефон самой. У вас происходит общение, да? После этого ты говоришь такую фразу важную. Мне очень понравилось с вами общаться. Как мы можем это повторить? Да? И после этого он тебе говорит, ну, не знаю, давайте телефонами обменяемся. А ты не могла бы снять очки и распустить волосы? Как-то на бок чуть-чуть, да? Один из самых сильных инструментов, который действует на мужчину, это волосы, это шея. И ты можешь, говоря с мужчиной, откидывать волосы назад, демонстрировать свою шею, и либо что-то рассказывая, как бы вот теребить волосы, может быть, даже на палец наматывать. Ну вот как-то так, да. Этим ты как раз производишь впечатление немножко застенчивой девушки, в то же самое время девушки соблазнительной. А сейчас я тебе хочу показать, как стоит правильно ходить перед мужчинами, чтобы произвести на них максимальное впечатление. Первоначально, да, спинку ровно держим. И повторяй за мной. Теперь сама. Да, довольно сложная наука. Плечики расслабь, пожалуйста. Кому ты идешь? Ты смотришь в глаза. Сначала каблук ставишь, потом платформу. Видишь, тебе уже начало нравиться. По-моему, неплохо. Готова ли ты попрактиковаться? Да, готова. Очень хочется применить. Я тогда приглашу. Выбирай любого и делай то же самое. Вперед. Привет. Привет. У тебя очень необычный пирсинг. Ну, увлекаешься этим? Раньше увлекался, сейчас совсем другое. Сейчас я диджей. Наверное, ходишь по клубам, а вот там, наверное, очень шумно, весело. Ну, конечно. А можно прийти к тебе в клуб, посмотреть, как работаешь? Ну, к сожалению, я боюсь, нет, не получится. Можно с тобой связаться дальше? Ну, к сожалению, нет, у меня есть девушка. Может, сводишь какой-нибудь клуб? Привет. Привет. Мы тут собираемся встретиться с подругами. А не посоветуешь какое-нибудь блюдо? Деликатесы, да? Подойдут? Вполне. Такое платье необычное. В честь чего? У нас небольшое торжество. Свадьба. Одна из подруг выходит замуж, да. А выходные чем занимаешься? А в выходные я свободна. Можно встретиться? С удовольствием. Как я могу с тобой связаться? Телефон? Давай спишемся. Давай. Ну, звони. Обязательно. До свидания. Всего хорошего. Да. Поздравляю. Ребят, спасибо большое, что приняли участие.
такие изменения, которые у тебя были вот в походке, в осанке, в повороте головы, говорит о том, что в тебе очень много женственности и желания что-то поменять в жизни. После мастер-класса я поняла, как правильнее знакомиться. Естественно, я почувствовала себя увереннее. Я более раскованно разговаривала с молодыми людьми. Я почувствовала подъем такой. Аня, привет! Здравствуйте! Мечтаю о новом гардеробе, чтобы одеть его. И все ахнули, сказали, идет прям прекрасная леди. И на словах «прекрасная леди» я достаю тебе юбка, вот такой жакет, такая футболочка, даже скорее такой топ. И, внимание, бери сама, это ты должна сделать. Лодочки на каблуке, Тань. Ух! Держи, все, докажи мне, что ты можешь. Ну, слушай, ты неплохо справляешься. Ты сейчас стоишь в юбке, и ты не падаешь от ужаса. Что, что, это так на тебя эксперимент подействовал? Я познакомилась с 8 молодыми людьми. 4 я пробовала в меру своих способностей. Так. А потом мне подсказали, как правильнее знакомиться, подсказали мои ошибки. Если бы ты вот так была одета, плюс тот ликбез, вот не 8, а сколько тогда, на твой взгляд, было бы у тебя кавалеров? Больше половины точно. Может быть, даже все. То есть твои шансы в таком образе возрастают капитально, правильно? Капитально, да. Слушай, ну давай я тебе расскажу, чем он так тебе идет. У тебя появилась юбка, и у тебя появился жакет, который ты совершенно правильно надела нараспашку. Угадай, для чего? Наверное, чтобы вытягивать силуэт, чтобы попа не такая большая была. Вот, ну ты сказала так, как это на самом деле есть, но принято говорить, что чтобы вытягивать силуэт. Давай перейдем к следующему образу, и ты мне расскажешь дальше, как знакомиться с молодыми людьми. Договорились? У тебя появляется тельняшка, у тебя появляется топ, который нужно будет надеть под тельняшку. Черные классические брюки и черный жакет. Держи. Дальше, внимание, вот такая сумочка. Что ты будешь в ней носить? Косметику. Так, правильно. И вот такие ботильоны, каблук у нас растет в размере. Выстоишь? Я обязательно попробую. Давай, я в тебя верю. Давай, моя девочка, приходи ко мне. Так, это кто это у нас за такая чаровница пришла? Ты уже загадала, куда бы ты, например, так пошла? Ну, я надеюсь, что я схожу в таком виде какой-нибудь клуб. То есть не уже просто... хочется. Тогда мы с тобой давай будем мерить образ, который будет у нас не только для клуба, но уже и для свидания. Мы же ждем с тобой свидания, скажи мне. Очень ждем. Но просто надеть платье это любая девочка сообразит. А если платье совместить с рубашкой и сверху надеть вот такой вот тоже контрастный, в очень крупную гусиную лапку жакет, то мне кажется, что уже и можно не только в клуб, но и на свидание. Держи. Каблуки еще выше, 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 экстремальнее, еще цветнее, еще смелее. Тоже держи. И возвращайся ко мне так, как будто бы ты идешь ко мне на свидание. Хорошо? Хорошо. Не забыла, ты на свидание ко мне пришла? Я твой принц. Я стараюсь как можно солнечнее улыбаться. Mm-hmm. Раньше я всегда видела, что ходили просто в платьях. А блузку под них я ни разу не видела, чтобы поддевали. У тебя произошло переосмысление всей твоей жизни? Да, я поняла, что я была просто мужеподобна. Так. Что я отворачивалась от таких красивых вещей, ярких. Твой внешний образ, конечно, очень сильно поменялся, но без прически.
Этот гардероб можно вообще оставить. Мы его так и сделаем. И пойдем к Жене и будем продолжать готовиться к счастливой жизни. Идем? Да. Жень, привет. Привет, мои куколки. Евгений Седой, ультрамодный парикмахер. Танечка, присаживайся. Сразу мы тебя усадим. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто не волнуется? Такая воспитанная. Ты на всякий случай перед всеми волнуешься, да? Да. Ну, перед мужчинами больше. Вот только это спросить. Настоящая женщина, потому что... Я тогда вас прямо оставлю, потому что этот момент с таким вот волнением, его нельзя сбить. И трепетом. И трепетом. Я бы сказал. Его нельзя нарушить. Так, рассказывай скорее историю своих волос. Я с ним практически ничего не делала. Угу. Только вот в 8 классе я красилась в розовый цвет. Но потом сполоснулась хной. Измениться хотелось, но не хотелось портить волосы. Хна была самым демократичным вариантом. Ну а почему не пошла в салон просто? Хна дешево, ее везде можно найти, она не портит волосы. Прекрасно, мы с тобой живем в современном мире, в котором уже существуют красители, позволяющие окрашивать волосы и ухаживать за ними одновременно. Причем иногда даже более мягко, чем натуральные красители. Поэтому мы снимаем с тобой очки, которые нам в окрашивании вообще ни к чему, и приступаем к работе. Танечка, вот скажи, пожалуйста, а ты покрасилась хной? Но цвет-то этот очень мало кому идет. Но дело не только в этом. Дело еще в том, что хна при регулярном использовании делает волосы, наоборот, суше. Плюс нежелательный такой эффект, особенно для молодой девушки, когда ты попадаешь под дождь, ты уже ни с кем точно не познакомишься, потому что при намокании волосы начинают источать такой, ну, неоднозначный очень запашок. Ты, наверное, тоже столкнулась с этим, да? Ну, я замечала несколько раз. Я уверен, что не только ты. Смотрите далее. Ну что, ты готова посмотреть на мечту всех олигархов? Очень хочется. Фух, невероятно. Это не ты. Так, моя дорогая, мы с тобой сейчас одеваем твои очки. Вот что это у нас происходит. Привет. Твои очки одеваем. Привет, Юр. Привет, Танечка. Ну, помоги мне. Здравствуйте. Вот, ну, ты знаешь, я бы мог помочь только снять их. Юрий Столяров, звездный визажист. Дело в том, что тебе сегодня придется иметь дело с непростым человеком. Потому что Танька у нас серьезный пикапер. Ну, я надеюсь, на меня это не распространяется. Ну, ты как женатый человек. Да, у меня все в порядке. Напрячься. В семейной жизни. И взять себя в руки, ни в коем случае не расслабляться, пока ты будешь касаться этого прекрасного лица. Хорошо? Это потому что... Ну, мало ли что. Профессионалка. А если вы хотите научиться профессиональному пикапу, то это точно не к нам, потому что здесь вы можете получить навыки профессионального мейкапа, а также научиться носить модные стрижки и красиво одеваться. Для этого запишитесь, пожалуйста, на кастинг по адресу, который видите внизу экрана. Преображайтесь. Одно могу сказать точно. Будем избавляться от очков. Почему? Потому что глазки красивые, интересный взгляд. А в очках их никак не накрасишь. А в очках никак не накрасишь. И даже если накрасишь, то и не увидишь. Все, пойдем заниматься макияжем. Тань, для пикапера это очень важный момент. Давайте. Это следующий этап школы пикапа, уроки мейкапа. Но для начала давай все-таки снимем очки. Надеюсь, эти очки мы снимаем навсегда, потому что вот в такой роговой оправе тебе их носить не стоит. Формы должны быть более изящными. Или носи очки, в принципе, без оправы. Но сегодня, я надеюсь, мы с тобой воспользуемся контактными линзами. Танечка, в этих очках ты была похожа на рыбу в аквариуме, а сейчас у тебя большие, красивые, невероятно трогательные глаза. Ну давай, наконец, приступим к макияжу. Вопреки расхожему мнению, что девушка выглядит привлекательно, если она выглядит вызывающе. Это совсем не так.
редкий случай, когда преображение, на мой взгляд, удалось просто на 100%. Сейчас тебе можно выходить замуж за олигарха. Более того, я уверен, что скоро так и случится. Подождите, замуж за олигарха. Только нужно немножечко похудеть. Это правильно. Снимаем шапочку. Скажи, пожалуйста, а как тебе кажется, как ты сейчас выглядишь? Слепительная красавица. Наверное, глаза на пол лица. Ты увидишь, к чему тебе нужно стремиться для того, чтобы... выйти замуж по любви за олигарха. Ну что, ты готова посмотреть на мечту всех олигархов? Очень хочется наконец-то посмотреть на себя. Раз. Два. Два. Ну и... невероятно. Беги скорее к Веселковой, она уже тебя заждалась. Скоро к нам выйдет наша любимица, девушка, с которой мы все работаем, получили массу удовольствия. Скажите, кто вы? Мама Таня. Ирина. Ирина. И вы представьтесь, пожалуйста. Подруга детства, Оля. А это мама подруги и подруга мамы. Отлично. То есть вы тогда прям с самого детства знаете Таню. Танюша редко надевала платье, все время ходила в брюках. Редко, то есть один раз. Мы ее не видели, по-моему, в платье никогда, да? Никогда. Всегда в джинсах, либо в чем-то еще даже более удобном. А какой вы ее теперь ожидаете увидеть? Мне кажется, она будет на каблуках. В элегантном платье. На каблуках, блондинка, в элегантном платье. Элегантное платье какое? Длинное, короткое? Длинная, наверное. А мне кажется, такой распашонный, с таким юбкой и какая-нибудь маленькая сумочка. То есть романтичная. Да, такая. На прогулке в Париже. Ну что, а сейчас вот оттуда появится Татьяна. Все готовы? Да. Вообще сама себе. Я себе невероятно нравлюсь. Я себе кажусь невероятно сексуальной, очень обворожительной. Точно знаю, что в таком виде все будут мои. Так. Где-то вот там в виде мечты у тебя некое такое свидание. Это остается тем, что тебе бы хотелось, чтобы с тобой случилось в первую очередь? Да, свидание, конечно, остается в мечтах, но оно подредактировалось. Надо знакомиться не с целенаправленными намерениями. Давайте познакомимся. Так. А надо исподволь похвалить коктейль, спросить, прическа где сделана. Теперь расскажи нам, пожалуйста, что ты почувствовала, поняла, ощутила, когда увидела себя в зеркале после того, как мы с Женей тебя к нему развернули. Ну и так. Невероятно. Красавица. Это ошеломление. Даже не знаю. А волосы-то какие гладкие. Это все твои. И не рыжие. Вы вообще представляли, что у вас вот на самом деле это вот такая дочь? Нет, я-то знала. Но все это было под джинсами, да? Да. Ты, звезда, не зайдешь ли до нас? Что прелесть. Ну что, наша миссия на этом закончена. Мы тебя поздравляем, мы рады, что ты сама про себя говоришь, что ты красивая, что ты к той сказке, которую ты рисовала из книг, из каких-то собирала у себя в голове, что теперь это ты на самом деле. Удачи всем, пока. Спасибо, пока. Спасибо. Спасибо. Иногда бывают девчонки, они в каком-то вот нашем времени живут, но просто им не хватает там стиля. И ты их корректируешь там в той же эпохе. А Таню пришлось возвращать откуда-то из прошлых веков. То, как она вышла вот в этом длинном платье из ее такой девичьей фантазии. Она себя так реально ощутила женственной, красивой, привлекательной, желанной. За короткий период очень трудно это привить, а у нее это получилось так в себя поверить. Когда Таня вышла на подиум, это был просто полный восторг. Она изменилась полностью. Но после перезагрузки, я думаю, что
на встретить своего прекрасного принца. Хочется веселиться, улыбаться во весь рот. Я очень надеюсь, что со мной прямо сразу познакомится обворожительный мужчина, сам меня заметит, подойдет и познакомится. А что кормили Столярова? Свёклой, как тебе. Все. Спасибо. Как же мама? Успокойся. Мы же с тобой понимаем, что девушка, которая выглядит вызывающе, долго не используется. В следующей программе. Дети меня обзывали. Хромоножка, например. Папа мой считает, что я ничего в жизни не добилась, что я бездарность. Вы сейчас поставили под сомнение то, что родители вас любят и желают вам добра. Ты настолько зациклена на себе, тебе настолько плевать на окружающих. Ну, красивый. Хочу себя почувствовать и любимый.